Привет всем. Эта дорога из Протвино идет в Оболенск. Тут делали дорогу. И обратите внимание, прошел год всего лишь, и дороги опять хлам. Насколько дерьмово вы, товарищи, делаете дороги. Посмотрите, уважаемые чиновники. Уже не знаю, Александр Шестун уже помогал вам, объяснял это дело все. Нет, вы все равно делаете, как получится, да? И вот я уже сколько раз уже, вот даже вот смотрите, какая яма образовалась. Прошло там, сколько тут прошло, вот скажите мне. 6 месяцев, да? И яма охереть уже какая, во! Это вот такое качество дорожного полотна. Новая дорога. Оболенск-Протвино. Уже попортил, не знаю, колеса, сколько раз я уже тут гнул уже. Сколько можно это терпеть уже? Скажите мне, пожалуйста.